бухал со своими ногами. Я просто иду себе мимо, в своем саду нашел, сфотографировал. Еще раз. Так же, как муха с 8 ногами, 2000 лет ученые думали, что у нее 8 ног, потому что они читали, вот, а сами ни разу не посчитали. Это главный позор науки считался до сих пор. Сегодня, я считаю, главный позор науки биологической, это то, что они считают вот эту вот лечебную траву, вот, которая в народе называется живица. Народ знает, что это живица, а наука знает, причем наука серьезная, это не шутки. Из 100 публикаций, которых я читал, в 100 написано, что это болезнь. Вы представляете? Вот вам и муха с 8 ногами. Когда-то ведь это войдет в учебники уже как пример мухи с 8 ногами. Самое эффективное самолечение дерева – это выделение комедии. Когда оно в учебниках появится? Опять этим потрясти этим учебником. А это, да, в моем саду бывает. Как-то я даже не помню, чтобы я на кольцо хоть раз обрезал. Ну и воспользоваться не мог. Вот. Это значит, что если его распилить, так, ну оно живое, оно почти заросло. Ну, слава богу. Конечно, оно потеряло то, что я называю иммунитет. Оно потеряло. Так, кстати, это не ваша нога, это на самом деле. Вот. И тем не менее, она свое уже не доживет. Хотя в Сибири это самый крайний случай, когда я увидел полузажившую рану. Никогда не заживет, никогда она полноценным не будет. Вот это место, будущий гнойник, оно уже начинается. И никуда вы от этого не денетесь, друзья, если будете делать рану на кольцо. Точка. Вот. А мне Бог посылает такое. Пусть позорит. Зато вы когда-то, когда у вас такое дерево погибнет, вот, или будет так болеть, что не жалко, вы его так распилите поперек и тоже станете патологоанатомом.